Сейчас мы с вами приготовим замечательную вкусную булочку из отрубей. Она подходит абсолютно всем, у кого диабет, у кого целиакия, у кого, кто на диете, кто хочет похудеть. Полезная, замечательная булочка, причем очень белковая. Почему? Потому что отруби у меня, видите, вот такие вот, из семян тыквы, из семечек тыквы. То есть здесь 58 грамм белка на 100 грамм. 58 грамм белка. То есть получается очень даже такая вкусная и белковая булочка. Ну, собственно, что про нее говорить? Давайте готовить. Берем одно яйцо. 3 столовые ложки кефира. Можно взять обычное молоко, но я считаю, что лучше кефир. Отлично. Теперь немножко посолим. Соль по вкусу, кто сколько хочет, но я думаю, что достаточно четверть чайной ложки. Сюда же добавляем 1 столовую ложку любого растительного масла. И как следует перемешиваем. Давайте вилкой перемешаем, вилкой лучше. Добавляем чайную ложку разрыхлителя. Вот так вот. И снова перемешиваем. Теперь добавляем наши отруби. 4 столовые ложки без большого горба. И перемешиваем как следует. Перемешали. И перекладываем в другую мисочку, просто, ну можно и в этой же на самом деле, и ставим ее в микроволновку на 3 минуты, обязательно накрыв крышкой. Готово. Смотрите, какая красота. Обязательно нужно дать остыть нашей булочке, ну ладно, у нас, мы не будем тянуть время, горячая, сейчас мы ее вытащим. Смотрите, какая красота получилась. Смотрите. А? Загляденье просто. А запах? Просто. Смотрите, какая замечательная булочка, которую можно есть с чем угодно, как угодно. Разрезаем пополам и делаем с ней любой бутерброд, все что угодно. Смотрите, какая красота. Просто. А, прелесть. Мало того, что булочка полезна, подходит для тех, кто на диете, для худеющих, без глютена. Так самое главное, что она еще готовится всего лишь за 5 минут. Приятного аппетита!